привет! Сегодня мы будем чинить вот такую железную штуку. Сначала мы положим ее в воду. Вот. Теперь то же самое с Кока-Колой. Так нам надо. Вот. Кока-Кола. Ой. Так. Нам тоже Кока-Колы надо тоже. Видите, какая реакция? Так, теперь мы возьмем вот это вот, намочим сначала тоже водой, потом кока-колой и то же самое вот это и замочим. Здесь есть. Теперь то же самое с Кока-Колой. Так, вот теперь мы сделаем смесь. Сделаем вот так вот. И потом тоже вот этой губкой смесь. Тоже вот так вот. Потеем. Мы еще добавляем соль. Так, так вот. Окей. Вот это я уже вот этой. Теперь время добавить. Теперь уже вот этой смесью губкой. Видите, как выходит? Это очень хорошо. Можно еще кока-колы добавить. Воу! Слишком много. Оп! Пенкой можно сначала. Пенкой. Вот, сначала теперь. Оп! Да. Теперь все у нас есть. Теперь можно вот этой смесью.
с побольше кока-колы чистить. Видите, здесь очень хорошо показывает, как она была такая матовая. А здесь какая жевтина. Нам надо сделать их так же. И если у нас, у вас тоже есть так что-то железное, и вот так вот, это надо посмотреть это видео. И делает все, как я делаю. Еще смесь. Все такое. Нравится мне кока-кола, поэтому я его вот так вот пью. Так. Так, натираем, так надо достать, и так вот так вот выглядит чуть получше, и это очень хорошо. Теперь мы это положим туда и просто польем это смесью. Теперь нам надо еще водичкой. Чтобы все это почистить. Видите, чуть-чуть получше. Так, теперь поливаем чуть-чуть вот этой, и потом снова моем. И потом еще раз польем, и еще раз. Вот поливаем, и вот еще раз. И вот так вот идете, идете вот так вот, пока у вас не закончится вот эта вот жидкость. Сейчас мы это все вытянем. Вот. И потом я вам покажу. Что там получилось у нас.
это повесим назад туда. И вот что у нас получилось. Как вы видите, они чуть-чуть получше. Но не очень, но не совсем закончилось. Поэтому...